В Славянске на Кубани прошел городской этап всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани во славу Победы». В ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне порядка тысячи юных славянских спортсменов совершили пробег по одной из центральных улиц города – улице Красной. Спортсмены Кубани в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне. Это 12-я по счету акция, которая прошла одновременно во всех городах и районах края. В спортивном забеге в Славянске до Кубани приняли участие студенты филиала Кубанского государственного университета, техникумов, а также городских школ. Маршрут прошел по улице Красной до Театральной площади, где состоялся праздничный митинг. Я рад приветствовать на этой площади настоящих патриотов своей страны, уверенные в дальнейшем настоящих защитников Родины. Желаю всем хороших спортивных результатов и успешно закончить учебный год. Мы в эти дни чествуем тех людей, которые сделали нашу жизнь сегодняшнюю. То есть я хочу сказать, нужно помнить о тех людях, которые защищали нашу страну 70 лет назад и победили. Забег проходит ежегодно в честь Дня Победы. И это не только спортивное мероприятие, а скорее дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину, и знак уважения ныне живущим героям войны. Благодаря им сегодня нынешнее поколение стремится побеждать не на поле битвы, а на спортивных аренах. По окончании митинга участники и гости спортивного праздника возложили цветы к мемориалу в парке «40 лет Победы» в память о павших воинах в Великой Отечественной войне. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».